Православный календарь. Седмица четвертая по Пятидесятнице. Петров пост. 29 июня. Понедельник. День перенесения мощей святителя Феофана Затворника Вышинского. 30 июня. Вторник. День мучеников Мануила, Савела и Исмаила. 1 июля. Среда. День Боголюбской иконы Божией Матери. 2 июля. Четверг. День святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца. 3 июля. Пятница. День священномученика Мефодия, епископа Потарского. 4 июля, суббота, день обретения мощей преподобного Максима Грека. 5 июля, воскресенье, собор преподобных отцев Псково-Печерских. 2 Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!